теперь учим, где носик идем. Ладушки, ладушки, ладушки. Екатерина с сыном Артемом пробыла в декретном отпуске год. Когда первые сложности по уходу за малышом остаются позади, желание вести привычный образ жизни постепенно возвращается. Кто-то начинает общаться на форумах. Я попробовала, это не мое. Ну, там, периодически приходят гости подруги, там, друзья. Периодически ты к кому-то ходишь, но это не сравнить с той активной жизнью, которая обычно ведется до декрета. Специалисты уверены, проблема адаптации женщин после декрета сугубо психологическая. Справиться со стрессом поможет заблаговременная подготовка. Во-первых, необходимо позаботиться о том, с кем оставить малыша. Затем задуматься и о своей трудовой готовности. А когда мама находилась длительное время дома, те знания, умения, навыки, они утрачивают свою квалификацию. Об этом, конечно, нужно подумать заранее. За месяц, за два, за три. Также психологи рекомендуют заранее посетить прежнее место работы, чтобы быть в курсе последних изменений. Однако, если специфика профессии, отношения с коллективом и руководством позволяют влиться в рабочий процесс плавно, непременно воспользуйтесь этой возможностью. Ну все, мама пойдет поработает, ты сиди. Екатерина уже 2 месяца работает из дома. Вести проекты, деловую переписку позволяет самоорганизованность и огромное желание. Безусловно, мне это психологически легче, потому что, да, у меня какой-то график, который я подстраиваю под себя. То есть я знаю объем работы на день. Я знаю, что вот это у меня первично, а это в случае чего я могу сделать вечером, когда ребенок уснет, когда я сделаю все дела по дому. Для некоторых такой вариант рабочего графика может стать настоящим спасением. Не нужно отпрашиваться в поликлинику или постоянно переживать за малыша. Но какой бы путь вы ни выбрали, главное – мотивация. Я все смогу, я все вспомню, я со всем справлюсь. Верьте в себя и удачи в делах!